И поэтому я не захотел возвращаться в Хольштайн. Я хотел изучать дипломатию и, возможно, избрать для себя дипломатическую карьеру. Пожалуй, я всегда был предрасположен к часовой индустрии. Мой отец проходил бизнес-стажировку в Вальденбурге в часовой компании Томена. Затем, в 1923 году, он поступил в Орис на должность торгового работника. Вскоре после этого, в 1927 году, он стал руководителем отдела маркетинга. Это произошло незадолго до того, как ушел из жизни Кристиан, один из основателей Орис. Отец оставался в компании до пенсии. Я совершенно уверен, мой отец ожидал, что я тоже рано или поздно стану работать в этой компании. Поэтому он полагал, что мне необходимо как следует научиться говорить по-французски. Таким образом, в возрасте 15,5 лет меня отправили в школу в Нойенбург, франкоязычный город в Западной Швейцарии. Я оставался там до сдачи выпускных экзаменов, после чего мог поступить в швейцарский университет. Я отлично проводил там время, хотя Вторая мировая война закончилась лишь за месяц до того, как я приехал в Нойенбург. По сравнению с Хольштайном, этот город был невероятным. Я действительно не хотел возвращаться домой в Хольштайн. В те годы я знал федерального советника Птипьера, который в то время занимал пост министра иностранных дел Швейцарии. В Швейцарии я жил с его двоюродным братом. Птипьеры жили в нижней части улицы, а наша семья в верхней. В некотором смысле я вырос вместе с ребятами из семьи Птипьер. Вместе с ними я изучал французский язык. После этого мне совсем не хотелось возвращаться обратно в Хольштайн. Я хотел учиться. Я думал, что в какой-то момент я могу заняться дипломатической карьерой. Сначала я отправился в Лондон изучать английский язык, а после этого поступил в университет и изучал право. Между тем, в 1954-55 годах Орис снова обсуждал так называемый «часовой устав». Так, если часовая компания производила циферблаты из металла и теперь хочет изготавливать их из эмали, это было невозможно. Если компания хотела построить часовую фабрику рядом с источниками сырья, для этого требовалось получить разрешение. Если компания хотела делать корпуса часов из стали, то для этого требовалось специальное разрешение, отличное от того, которое было нужно для производства корпусов из хрома. Все регулировалось до мельчайших деталей. Наши люди в Орис страдали от этого. Они уже долго хотели производить часы с анкером и просто не могли этого делать. Поэтому они хотели избавиться от этого устава. Вот почему моему отцу и господину Херцогу пришла идея нанять молодого человека, который занялся бы этим вопросом. Кроме всего прочего, я был юристом и понимал кое-что в этих делах. Возможно, я стал первым лоббистом современной часовой индустрии. В то время этого слова еще не знали. Тем не менее, я стал настоящим лоббистом, и это стало причиной моего переезда в Хольштайн. Мне была нужна должность, и они просто назначили меня секретарем правления директоров. Однако моей основной задачей было избавиться от этого часового устава. Это была очень интересная история с юридической и политической точки зрения. Конечно, я был как чистая страница, это очевидно. Как это делается? Как привлечь к себе внимание? Для этого мне пришлось посетить всех парламентариев в нашем районе, а также в кантонах, которые часовой устав не затронул. Моя поездка по Швейцарии продолжалась 6 месяцев. Конечно, я также писал различные статьи на эту тему. Базлер Нахрихтен стал первой газетой, которая поняла, какой нелепицей является этот часовой устав. Этот устав действовал с 1934 года, а мы жили уже в 1955. В течение 20 лет парламент просто пропускал этот устав. Это был настоящий протекционизм. Поэтому старшие подумали, пусть молодой человек пишет. В одно и то же время такие газеты, как Neue Zürcher Zeitung, Basel Nachrichten, St. Galler Tagblatt напечатали мои статьи. Настоящее чудо, что удалось это сделать. Решающим фактором было то, что я обратился в Федеральный политический департамент от имени Орис.
Ситуация начала медленно меняться. На пост заступил новый федеральный консул, и он решил, что к часовому уставу нужно приглядеться более внимательно. Затем глава департамента по экономическим вопросам уполномочил своего ответственного секретаря, доктора Хубера, который впоследствии стал федеральным канцлером. Доктор Хубер понял сложившуюся ситуацию, а затем представил отчет по часовой промышленности в Федеральный совет. Отчет попал прямо в точку. Это побудило Федеральный совет представить часовой устав парламенту для обновления. Вот так я утвердился в Орис. Конечно, я был способен не только на написание статей и очинку карандашей, я брался и за другие задачи. Поэтому скоро меня назначили директором по персоналу, и я неожиданно получил полноценную работу. Больше не было разговоров о моей дипломатической карьере.